Здравствуйте, это Zeba Academy. В этом видео мы рассмотрим, как наш организм превращает пищу в топливо посредством энергетического обмена, жизненно важного процесса для поддержания жизни. В человеческом организме есть ключевой процесс, который обеспечивает нас энергией для движения. Превращение пищи в топливо – этот сложный процесс, известный как энергетический метаболизм, является краеугольным камнем нашего существования. Понимание преобразования пищи в энергию важно для здоровья и самочувствия. Метаболизм – это набор реакций, поддерживающих жизнь, и включает два процесса – катаболизм и анаболизм. Катаболизм расщепляет сложные молекулы на более простые, высвобождая энергию. Анаболизм использует энергию для создания сложных молекул, необходимых для роста и восстановления. Энергетический метаболизм преобразует углеводы, жиры и белки из пищи в энергию. Каждый макроэлемент играет уникальную роль. Углеводы являются предпочтительным источником энергии, обеспечивая организм легкодоступным топливом. Углеводы расщепляются до глюкозы, легко преобразуемой в энергию, а жиры – важный источник долгосрочной энергии. Метаболизм разлагает жиры на жирные кислоты и глицерин, которые используются для энергии при низком уровне глюкозы. Энергетический обмен начинается в пищеварительной системе, где пища разлагается на усваиваемые молекулы. Рацион с высоким содержанием рафинированных углеводов и насыщенных жиров может негативно сказаться на здоровье. Регулярная физическая активность увеличивает расход энергии, способствует снижению веса и улучшает здоровье сердечно-сосудистой системы. Понимание энергетического обмена и важности сбалансированного питания и активного образа жизни – ключ к здоровью. Осознанный выбор может обеспечить светлое будущее. Подписывайтесь на Zeba Academy, чтобы узнать больше о здоровье и благополучии. Двигаемся к укреплению здоровья вместе. Спасибо за внимание.